мы с вами говорим непосредственно об оргазме. Вот вы уже замечаете, что вы делаете. Да, то есть мы с вами стали дышать. То дыхательная система – это ключик, доступ к определенным ресурсам. И изменяя ритм, частоту нашего дыхания, вы изменяете ощущения, изменяете химию в нашем, в своем теле. Это возбуждение я никуда не реализовываю, а просто сохраняю в себе, то мое тело становится сильным, упругим, здоровым. Когда вы снимаете блоки, у вас появляется энергия. Блок, зажим – это энергетический тайник. Есть ритмы музыки, есть ритмы дыхания. 3 минуты, все, ты, это уже другой человек совершенно.